Ситуация моя такая, что у меня есть кредит в Каспибанке действующий. И так сложилось, что наступил момент, когда я не смогла его оплачивать, потому что попала под сокращение на работе. Естественно, когда звонки начались с Каспибанка, я ситуацию объяснила, что я ни в коем случае не отказываюсь. Да, у меня есть кредит, я его буду платить, но просто попросила немножко подождать. Ситуация усложнилась тем, что, во-первых, я воспитываю одна двоих детей в официальном разводе 7 лет, и поступают алименты от бывшего супруга официально с бухгалтерии, и Каспибанк начал удерживать 50% от алиментов, которые поступали на счет детей. Я знаю, что по закону ни один банк не имеет права удерживать, потому что это не заработная плата, это не дополнительный доход, это именно дополнительные, то есть именно деньги детей, это алименты. Ни один банк на это не имеет права, поэтому я обратилась с помощью помочь, так как я звоню в Каспий банк, меня не слышат, звонят коллекторы, угрожают и говорят, что мы имеем право. Ну и что это алименты, мы имеем право их удерживать и продолжают удерживать. Длится это уже достаточно долго, то есть не знала, куда обратиться, поэтому единственный выход это было обратиться к вам. Я просто хочу, чтобы никто больше в такие подобные ситуации не попал. Чтобы никогда больше никто, то есть не обращался к вам именно с такой ситуацией, когда человек не знает, где взять эту помощь, откуда получить вот эту вот юридическую помощь, и чтобы кто-то конкретно помог, потому что в Каспибанк бесполезно обращаться. Друзья, девушка обратилась к нам вынужденно, поскольку дважды обращалась в ООО «Каспибанк», и оба обращения оставлены без рассмотрения. Теперь мы обращаемся в Национальный банк, потому что деньги от алиментов не принадлежат заемщице, а принадлежат ее детям. А по результатам рассмотрения мы обязательно вернемся к рассмотрению этого вопроса. Так что руки прочь от алиментов!